Мы можем отмотать пленку много лет. И вот наша гражданская война, это и есть как раз модель сирийская. Кто кого долбит и так далее. И тогда впутывались сильные антанты и так далее. И тогда ведь они боролись. И ничего не получилось, пока мы сами не разобрались с тем, что мы хотим. Вот так и Сирия, она должна разобраться сама. Это будет бесконечно. Это история Афганистана, которого сколько раз меняли власть, одни и другие. В результате все равно остается, к сожалению, не самый лучший в Афганистане. И такая же история в Сирии, потому что разжигают одни, пользуются этим другие. Масса людей, которым очень заинтересованы в этих военных действиях между собой. Потому что на этом кто-то жарит не только каштаны, но и ручки греет, и масса чего интересного. Поэтому, к великому сожалению, вот эта вот, так сказать, междоусобица внутренняя будет оставаться, и никакое силище не может остановить этих странных людей, которые, так сказать, борются друг с другом только чтобы заработать деньги.